сделал это кольцо Runflat всего за $10, тот 700 рублей. Всех приветствую на канале City Tank, и я продолжаю строить свой боевой колесный дрон, не выходя за рамки законодательства РФ. Сегодня мы проинспектируем самодельный Runflat гвоздями двадцатками и сверлом девяткой. Если вы застряли где-то на даче, далеки от всяких сервисов, шиномонтажей, моя информация вам пригодится. Чтобы узнать, как я это кольцо сделал, посмотрите предыдущие видео. А сегодня мы будем тестировать на прокол, на пробитие. Если что-то пойдет не так, пишите в комментариях. Мы просверлили в двух местах девяткой без проблем. Все держит гвозди вплоть до двадцатки. Вот так и так и сяк. Даже тяжело было пробивать молотком, если честно. Никаких проблем. Если вдалеке от цивилизации застряли, делайте вот такую покрышку за $10 и едете до ближайшего шиномонтажа. Вот такой вот самодельный Runflat. Чтобы увидеть больше лайфхаков и следить за продвижением моего проекта, подпишитесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.